кормим уток на нашем водохранилище. Пришли вот хороший денек покормить уток. Здесь ими все кишит. Зена аж от злости трясется хвостик. Да, Зена? Где уточки? Ты что булку стала утиную есть? Дома не кормят. Вот столько у нас на водохранилище уток. Зена, кто там? Уточки? Сейчас бы охоту. Разрешена, интересная охота. Вот селезень. Красавцы. Вот он, красавец, селезень. Еще один. Вот они, два красавца. Да, Зена. Что, все, покормила? Остаточки. Где уточки, Зена? Где уточки? Людей приходит море кормить. Утки уже разжирели, как поросята стали, плавают. Каждый день люди ходят с детьми в парк наш. С этой вот стороны лёд начинает. Да, наш Воронеж. Ага, самое продуманное. Три селезня таких вокруг. Жирнищий. Только в утятницу. Главный охотник стоит, аж трясется вся. Сейчас было потеплее, сиганула бы за ними, поплыла бы. Так что вот так вот у нас в парке в Воронеже, на левом берегу.